Приветствую всех, меня зовут Владимир, мы продолжаем играть в FIFA 13. Так, сейчас нам предстоит матч с Испанией, я немножко подправил свою тактику. А то она немножко не соответствовала моему стилю игры. Сейчас мне выпала возможность писать матч утром. Кстати, я заметил по себе, что самое лучшее играть матчи с утра. Вы просыпаетесь свежими, у вас бодрыми, у вас хорошая скорость мысли. И, соответственно, больше шансов обыграть противника. Так что, если хотите играть в FIFA, лучше играйте утром. Вечером нежелательно. Так, сейчас сохранимся. И попробуем наконец-то выбраться из группы. Испания нам даст прикурить, чувствую. Так, кто у них там? Филиппе Рамос в воротах, Монтойя, Серхио Рамос, Пике. Альба, то есть. Там Бускетс, Мартинес. Так. Давид Сильва, Хесус Навас, Родриго Иньеста. Странно. Иньеста. Атакующий, ну, в принципе, атакующий хау. Так, стоп, персоналка. Так, надо выключить Сильву. Так, Навас, конечно, тоже небезопасный пацанчик. Так, ну, Иньеста тоже. Так, выключим пока Сильву, чтобы у них не было кому отдавать пасы. Надеюсь, у нас получится. Так, они играют 4-2-1-3. Ну, тут написано 4-3-3. Ну, это одна из вариаций, в принципе. Такая схема, чем плоха? Тем, что у вас в полузащите фланги слабые. Нужно, чтобы крайние защитники хорошо работали и оттягивались атакующие полузащитники. Иначе вам жопа. Противник, который хорошо воспользуется флангами, сможет вас легко обыграть. Так, Голландия, Испания. Ну, такой матч для любого турнира, украшение. Так, ну, мою установку знаем, ихнюю тоже. Погнали. А дальше он ушел финтом. Так, а ну. Так, Робину не дали разогнаться. Знаешь, что он опасный игрок. Так. Давай, Робин. Так. Блин, не получилось. Так, держать Сильву. Так. Ну, Сильва дал голимый пас. Так.
Лучше с сильным противником держать побольше мяч у себя. Зараза. Отжал от мяча. Блин. Если бы он побежал раньше, Джон. Так. Ты смотри, как отдал. А хрен тебе. Думал меня второй раз взять на этот финт. Так, давай, 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 давай. Нарушение. Так, ну, навесим. Так, не давать разогнаться. Молодец, Анита. Давай-ка, Стагнус. Надеюсь, я правильно твою фамилию произношу. Если нет, то не обижайся сильно. Так, Робин, перехват. Вот так. Пожестче с ними надо. Блин. Снайдер, давай. В отбор. Так, не давать. Иньесте не давать пройти. Так, а ну отдай. Блин. Вот так его приложить разок. Ты мне отдавал больше такие пасы. И выбить. Блин. Рука, рука. Нечего махать своими копытами. Так, Робин, давай. Блин, не получилось отдать пас в штрафную. Плохой навес. Так. Так, 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 обойти, обойти. И пробить. Есть. Вот и гол. Костайгнос. Вот почему утром лучше играть. Важные матчи. Так, они пытаются прорваться по флангу. Так, вот так. Вот так тебе. Ну где там нарушение? Я в мяч играл. Собака. Так, выиграть. Не отдавать. Блин. Хави Мартинес, ихний опорник, забил. Ничего. Чуть-чуть пошляпил, конечно. Так, Снайдер отдал. Блин, не получилось. Куда ты побежал? Фер, догоняй. Анита. Ух ты ж.
Ух ты ж, Родриго, блин. Да, так они меня зарядили прилично. Так, давай, давай, Джон. Так, пытаются пройти по флангу. Так, выбить. Так. Так, нарушение. Хорошо. Так, кому отдать? Давай, Робин. Так, вот так отдадим. Пытаемся их немножко растянуть. А-а, не получилось. Так, Робин. Так, не получилось Робину пройти. Так, пока проиграем 2-1. Да, Испания опасный противник. Что не говори. Так. Но будем пробовать дальше вскрыть их оборону. Есть! Де Йонг! Красавчик! И Робин красавчик! Промазал их не игрок. Козлина. Хорошо, что ты не поймал этот мяч. Так, не дали им пройти. Давай. Костагнос. Блин. Не получилось убежать. Да что ты говоришь? Вообще никто. Никого не было в радиусе. Блин. Так. Навешать. Бей, зараза. Так, 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 надо их прижать. Так, не получилось. Так, Сеск выходит. Угу. Так, нарушение. Попробуем на фланг уйти. Блин, ну что за пас? Так, давай, Брума. Не пускай его. Есть.
Вот Наваса убежать, конечно, это проблематично, честно говоря. Давай! Блин. Неудачный прострел и мяч уже у соперника. Блин. Не получилось развернуться. Хрен тебе, нарыва. Так. На вас быстрый, зараза. Очень неплохо сыграно. Можно сказать, что виноват пасующий, последний пас атаку убил, а вот вы похвалить игроков защиты. Блин, какой момент, солдата. Так, Снайдер встал. Так, кого выпустить? Выпустил Афилаева замест Снайдера. Так, Робин, Робин, играй. Робин нам нужен. Так, почему не Робин подают? Так, вот так. Догоняй его. Ах ты ж зараза. Отдал пас. Ну и неясно, трошки завозился. Неудобно ему было. Так, Рул молодец. Давай, вбрасывай. Так, блин. Чуть-чуть не получилось отобрать у них. Не дали подать. Так. Так, есть. Выбить. Так, офсайд. Хорошо. Мата вышел, замесь Бускетса. Это уже нехорошо, так. Так, посмотрим, что там персоналка. Так, на вас тут, солдаты. Тут, Мата, тут. Так, а что у нас со составом? Так. Костагнес устал. Робин устал. Так, кого выпустить? Выпустим. Так, так, так. Выпустим вот этого замесь Робина. Игрока? Возможно, именно он поможет каким-то образом изменить счет, который, напомню, пока равный. Пока равный. Сражаемся за это право. Так, отлично. Так, отливай, давай. Так, разворачиваемся. Бей, блин! Ух ты ж!
Они сбили его. Эффектный пас, только ноги партнеру. Хрен тебе, а не пас. Блин. Догоняй его. Так. Ух ты ж, перехватил. Блин, не давать, фух. Выбить. Может, удастся контратака. Тяжелый матч был. Вопрос, как сыграли наши противники. Справедливый результат, потому что было бы жутко обидно, если бы кто-то уступил. Иногда ничья действительно примеряет. Да, сейчас посмотрим, что там. Так, это наш мяч первый. Кастагнес забил. Это мы прошляпили Хави Мартинеса. Это мы прошляпили Родриго. А это не, они прошляпили уже нашего игрока Де Йонга. Так, ну Робин отыграл на 7-8. Самый лучший игрок матча. Так, а у них Фабрикас. Хотя он на замену вышел. Так, ну, так, ну мы сыграли 2-2, а Словения-Швейцария 1-1. Вроде бы мы проходим, есть, проходим. Фух. Да, не представляю, как мы будем играть в 1-8 или 1-4. Вроде бы 1-4, это 1-8 в чемпионате мира. Так, а кто нам попадает? Что-то не видно пока. Так. О. Я стал лучшим тренером сезона. Ты смотри. Так, а мы же должны типа, ну конец сезона, ладно. Так, поздравляем меня. Рады сообщить вам, что благодаря вашей великолепной работе в Hull City вы удостоены следующей награды. Тренер года. Еще раз поздравляем, вы это заслужили. Спасибо. Так. Так. Так, довольны. Передал ваше поздравление. Так, конечно, выиграть Лигу Чемпионов. Так, удачный сезон. Да вообще охренеть. Так. Продолжим сейчас. Так, ладно, тут уже завершим серию. Всем спасибо за ваше внимание. Можете оставлять свои комментарии. Можете оставлять свои лайки, если понравилось. Встретимся уже в следующей серии. Пока.